Оу, золотой билет. Еще целых, ну, 25 дней до их открытия. А может и меньше. Всем привет, если вы смотрите этот видос, то вы попали на канал DriveFire. С вами я, Вадим Зотов, тот же DriveFire. И сегодня у нас Guild Quest за фиолетовых и оранжевых. Против, естественно, фиолетовых и оранжевых. Сперва хочу вам показать то, на что я, конечно же, буду тратиться. И то, что я ожидал, но не так скоро. Да, это возвращение второго раунда манго персов. Да. Банкен, ячеру и еще одна ячера. Итак, 7 числа, видимо, навсегда, смотри-ка, не указана дата окончания. Ну да, до 10 числа, вот она. А, точно. Начнется 7-го, вот эта витрина. Да, на ней будет у нас... как там? У нас будут здесь те же персы, что и в прошлый раз, то есть там Гин... Хичига и кто-то еще. Здесь у нас будет витрина, которую я буду, конечно же, открывать. Потому что я вам изначально сказал, что я буду копить на следующих ТКВ. Но если это будут первые, я их скипаю. Слава богу, это не первые, да и не должно было быть, потому что первые уже 3 раза были. Вторые я ожидал. Больше всего ожидал, конечно, третьих, потому что там есть тот перс, который я очень-очень-очень-очень хочу. Это, конечно же, Ичига. Зеленый. А, но здесь, тем не менее, имба ПВП. И я хочу ее. Она мне сама по себе очень нравится. Это очень классный персонаж. Да и геймплей на нее сделать было бы неплохо. А, но, к сожалению, придаток это Брокен и Нойтора, которые у меня есть. Брокенов у меня вообще 3. Ну, посмотрим, испытаем удачу. The First Skin Patch. Эту мы, конечно же, не будем, потому что я на нее уже тратился очень... Ну, 1000 орбов на нее тогда потратил, но ничего не вытащу. Я вытащу вот отсюда кенпатч. А это вообще не знаю, кто ее будет открывать. Только те, кому нравится ячер. Ну или кто хочет собрать всех ТКВ. В принципе, я один из них. Но, к счастью, у меня этот персонаж есть, и мне не придется на него, на нее тратить свои драгоценные... Хрен знает, откуда взятые орбы. У меня их сейчас 160. И давайте начнем, пожалуй. Вот таким. Ямайка, да. Почему-то он вспомнил сразу какую-то ямайку. И сегодня мы будем играть им. Вот такой сборочки. Почти full КДР, потому что здесь у нас есть вот этот френди персонаж. 1035 СП плюс. И 2 бонуса. Ну, они оба не стяжки. Только у этого. Но она у него короткая. Но ее можно использовать, конечно же. Никто не отрицал, что короткую стяжку под чапи можно использовать. Хоть какой-то комбо. Вот. У нас опять не достает одного человека. Опять свалил кто-то. Так, ну на этом ГК можно легко набрать больше 170 тысяч, это понятно. На любом ГК можно, если хорошие персы есть, можно на любом ГК больше 170 тысяч набрать. Если, конечно, есть кем, как повторюсь, играть. Вот, например, этим Ичига очень даже неплохо играется. Но куда лучше, конечно же, Нойтора. Вот, но мне он не удосужился выпасть. Вот. Ну и, в принципе, все, Нойтора и вот такой вот Ичига очень даже тут пойдут. Потому что из остальных я вообще не вижу никого, кто мог... Нет, вот этот, конечно, может, потому что он убийца пустых. И тут фиолетовый все-таки. Но, как видите, Hard Attribute Damage X2, это получается у нас 100% это у нас. То есть у нас фиолетовый наносит 100 и плюс еще в 2 раза, то есть 200%. Strong Attack Damage X1,5. То есть у нас 100% Strong Attack Damage. Потом еще от этих 16% от этого самого, от Frenzy Link'а, и еще X1,5. Ну и Hollow Killer Effect у нас X1,5. То есть у нас 20% умножаем на 1,5 и получаем вроде как 30. Если ничего не путаю.
Погнали. Следующее видео будет, скорее всего, нет, не геймплей. Геймплей Шинджи будет после следующего. А следующее, знаете что? Обзор, ну, краткий обзор аккаунта моего в этой игре, Bleach Brave Souls, а в честь 2 лет пробывания в ней. Да. 730 дней. Это просто обосраться. Я так долго уже играю в эту игру. Я этим очень счастлив. Очень доволен, что за это еще и орбов дают. Как раз. Понимаете, сколько всего сейчас появляется? Сейчас у нас и Сенкаймон будет, и куча ивентов. И даже сабстори новые. Просто орбы навалом. Да и у меня еще... А, да, я же вам не показал. Кстати, вы-то не... Ну, те, кто посещает группу, они все знают. А те, кто этого не делает, ну, к сожалению, могут увидеть только в самих видео мои некоторые достижения. Что это означает, на что это намек, сейчас я вам покажу. Как только мы закончим этот гильд-квест. Да. Тут много плохих статуй, что-то. Вот. Этот Ичига слишком быстрый. У него КДР 14, что очень даже неплохо. Плюс он фулл КДР. Он все скиллы, все свои приемы кастует. Точнее, они откатываются у него очень-очень быстро. Ну, если бы у него было 3 по 14 еще, да еще его родной 14, то это было все классно. Но, к сожалению, у меня таких... все заняты. Да. Только одна Нелка свободная была. Потому я ее и, собственно, поставил. Шамада. Только попробуйте написать в комментах, что я говорю не так. Не насрать, как я говорю. Мне слышится Шамада, и звучит это круто, и вообще... Не... Все, короче. Шамада и Шамада, все. Не приставайте, а то я знаю таких умников. В комментариях пишут сразу: а правильно вообще-то не Шамада, а Джамада, блин, или Ямада, бля. Ох, повезло, смотри-ка. Даже с короткой стяжкой просто повисает все. Ой, а я ж про ПВП, кстати, практически совсем забыл. У меня там, сколько там? Ой, блин, 20 билетов было. Но я 5 потратил, чтобы и жневки выполнить. В итоге сейчас еще 5 получим. Вот так вот. Вот так дровочер играет в ПВП. Да мне это пока нет необходимости. Я пока не смогу играть в ПВП. Давай. Давай, давай, быстрее, ну. Надо было Хичига собрать. Да уйди с яда. Я это без лагов успел. Ну да, я же записываю. Я это успевал за минуту 10, по-моему, да, максимально было. Что, собственно, давало мне много очков. Больше 6000 за время. А так будет меньше 5. Да. Давай. Все. Нандото. Однорогий Ичига. Все. Интересно, какие награды будут? Монетки? Да. Монетки. Примера вы здесь. Я думал, ВВС лиги. Не знаю, почему-то мне так казалось все время. Все. Дрейфуя на первом месте. Все. Вот такой был вот гильд-квест. И сейчас я... Не, я покажу в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось, или подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу Bleach Brave Souls и в группу Дрейфойера ВКонтакте, следуйте по всем ссылкам в описании и не забывайте смотреть видео.
которые будут показаны на ваших экранах. Всем удачи и всем пока!